Да, авелацнумен, шурч, 85%. Глава армянского правительства Никол Пашинян обвинил сопредседателей Минской группы ОБСЕ в проазербайджанской позиции. Никол Пашинян провел экскурс в историю, свидетельствующий об успехах азербайджанской дипломатии на переговорном процессе. В 2018 году, после нашего прихода к власти, мы унаследовали переговорный процесс по карабахскому урегулированию в тупиковом состоянии. Проблема в том, что посредники Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция, США, выражали ту же позицию по карабахскому урегулированию, что и Азербайджан. Но важно зафиксировать, что эта позиция сформировалась не в 2018 году, а намного раньше, сказал Пашинян в рамках предвыборной агитации в городе Спитак. В январе 2016 года посредники выдвинули Армении условия отказаться от идеи промежуточного статуса Нагорного Карабаха. Вопрос был поставлен следующим образом, были формулы «территории в обмен на статус», «территории в обмен на мир», а с 2016 по 2018 год была сформулирована формула «территории в обмен ни на что», мы в 2018 году переговорный процесс унаследовали именно по этой формуле. Посредники и международное сообщество, на которых мы надеялись, перед нами поставили задачу вернуть территории, отметил Пашинян. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.